Здравствуйте, друзья мои. И сегодня немножко расскажу о том, что вот на данный момент я затеял дальше делать. Вывел такие вот штуки, трубочки такие вот, вывел такие трубочки, трубочки, да, называется, под смеситель. Это здесь будет стоять у меня душ. Сегодня у меня время есть для того, чтобы начать из кирпича выкладывать вот такой душевой кабин, поддон. Вот, насколько у меня сегодня время хватит. Вообще, как бы с выходными напряг, работаю вечерами в доме. Сейчас деньги зарабатываю. Вот. В общем, смотрите, говорят то, что нужно выкладывать из красного влагостойкого кирпича. Но мне, честно сказать, жаль на это тратить денег. У меня очень много силикатного белого кирпича. Еще осталось с прошлого века. Вот, от родителей. Поэтому я буду делать из него. Нанесу потом гидроизоляцию. И будет все нормально. Вот так вот. Такой поддончик. Что еще хочу сказать. Я думал поставить здесь душевой угол, да, ну, из, как он называет, из стекла, стеклянные такие душевые углы, но тоже подумал, что это, во-первых, надо заработать на это денег лишних, а мне их сейчас нету, а во-вторых, мне нужно уже мыться начинать здесь, вот, и я просто на зоне закажу обычный угол со шторкой и буду мыться, а там уж, может быть, будут лишние деньги, поставлю себе угол, ну, как бы, просто в свободе. Вот. Мешки пескобетона у меня здесь замесил, и сейчас начну выкладывать. Вот, мне нужно торопиться, сейчас время август, ночи холодные, мыться на улице холодно, я прихожу домой, пока ужинаю, в общем, уже темно так становится, и, в общем, это, прохладненько мыться вот в этом душе. Вот, а в сентябре так будет вообще еще холоднее. Вот, в общем, вот так вот, такие дела. Всем до свидания.